Друзья, всем привет из фамилии. Давайте посмотрим декор, что новенького пришло в этот магазин. Давно здесь уже не была. Смотрите, какая ваза. Стоит 1200 рублей. Молочный цвет. Тюльпаны или розы здесь вот выпуклые такие. Вот это интересная фигурка. Тяжелая. Смотрите. 1200 тоже стоит. Ну, надежно так выглядит. Знаете? Не хрупенькая, не хрупенькая. Так, шкатулки стеклянные. 1200 шкатулка для мелочей. Золотую тут окантовочкой. Все открывается. Есть цепочка, вот ограничитель, чтобы крышка не откидывалась сильно и не сломалась, не разбилась. Так, деревянная шкатулка. Похожая, помните, была серия, привозили фикс такую, похожую очень. Я даже себе купила. Только она более темнее залакирована, чем эта светленькая какая-то. Так, сколько она стоит? Ага, внутри, да? 1200. Ну, фикси я, по-моему, за 199 покупала. Сколько я помню. Так, и вот такая еще есть шкатулка. Тут неизвестна цена. Сейчас перевернем, но она прям легенькая, прилегенькая. 549 рублей. Здесь имитация плетения такого. Смотрите, какой шикарный подсвечник, фонарь. Но я думаю, это для каких-то искусственных свечей, потому что огонь все-таки, а это дерево. Стоит 1200 рублей. Но сделано красиво. Есть ручка. Смотрите, как это все выглядит. Аккуратно сделано. Правда, ничем не покрыто. Ничем не покрыт материал. Конечно, можно его залакировать. Как-то понадежней будет. И вот такой вот еще есть. Здесь уже металлический он и оплетен джутовой веревкой или веревка и такое искусственное, я не знаю. Есть тоже ручка для переноски. Ну и стеклянный подсвечник внутри. Каркас металлический. И как мне посмотреть цену-то, интересно. Все же внизу у нас тут. А представляете, нет цены. А, вот. Все. 2 530. 529. Друзья, очень красивые подсвечники. Я думала, это один в один вложен. На самом деле, это он один такой. По типу, знаете, такого многослойного цветочка. Смотрите. Я на выход пошла. Красота. Стоит 549 рублей. Это вот такой. Есть поменьше. Очень красиво. Слушайте. Вот такой вот. Стоит 549, ну и поменьше, тоже вот такой распускающийся цветок, 799. Этот почему-то подороже, хотя материала вроде бы как меньше ушло. Ну, тут много всяких вот таких штучек, подсвечник со свечой, арома, это стекло, стоит 549 рублей. Потемнее, посветлее цвет стекла. Ну, а подсвечников таких на самом деле очень много. Я уже прибежала в основной отдел, где все это стоит. Видите, вот это вот тоже новинка. Их не было. Но этот прям тяжелый. И здесь уже не металлический каркас. Это все натуральный материал. Какое-то дерево какое-то, я не знаю. Стоит... Дайте ко мне глянуть. 2 529. Ну, также стоит, в принципе, как и большой. Фигурки. Смотрите, какая милота. Зайчики. Так, пасхальная такая декорация. 749 рублей. Но мне понравилась вот эта лиса. А на нее, представляете, нет цены. Без маркировки. Такая прелесть вообще. Ну, посмотрите. Прям
Красота. Вот. Как вам такой кактус? Стоит 799. Тоже интересный. Фламинго. Фламинго у нас по 439 рублей. Вот такая нарядная зайка. Так, ну-ка, зайка, у тебя тут... Ой-ой-ой, зайка, зайка, не надо падать и терять тут свои драгоценности. 649 рублей. Навешали тут на нее бус всяких. В общем, тут такая звезда стоит. Боюсь ее трогать. Так, вот еще что интересно. Вот такая вот, смотрите. Это, наверное, скорее всего... Что это такое? Ночник. 549 рублей. А, все, смотрите, он работает на батарейке. Включаете его, и вот там есть само устройство. А я и смотрю, я думала, может быть, это какой-то подсвечник, туда ставить свечу. Ну, нет входа, так сказать, для нее. Друзья, посмотрите, какая шикарная ключница. Просто шикарная. Зацените дверь. Ой, вообще обалденная. Просто 5 с плюсом. 999 рублей. Очень крутая. Смотрится отлично. Ее, наверное, ставить или нет, даже можно подвесить. Крутая. Я бы такую себе хотела, конечно. Отличная. И нравится то, что дверцы закрываются. Просто класс. Вот эта вещь, конечно, красивая. Так, чемоданчик. Это, скорее всего, какая-нибудь косметичка. Так, сейчас посмотрим. Сундучок декоративный, 1200 рублей. Вот так вот, вот выглядит. Как у какого-то пирата-мореплавателя. Ну, есть разные. Смотрите, потемнее. Это красивая, конечно, тоже вещь. Прям и сделана очень круто, аккуратненько. Какой-то деревянный календарь. Котики. Что тут? 549 рублей. Календарь настольный. Блюдо для украшений какой-нибудь. Под колечки, под какие-нибудь. Так. Ты что делаешь, а? Блюдо. Ты почему свою цену скидываешь? Оно против такой цены. 799 рублей. Тут прям цена отпадывает сама. Так, ну, здесь уже рамочка для фото, но она с дефектом. Хотя смотрится здорово, конечно. Стоит 549 рублей. Откололась. Вот такая... Золотая красота. Как вам? Стоит 289. Пластик это. Часы тоже здесь есть. Настенные. Вот такой вот, например, вариант. Тяжеленькие. 799 рублей. Ну, эти, я так думаю, примерно в такую же цену будут. Блюда для каких-нибудь косметических средств, такой со стеклянным дном, вернее зеркальным. Так, сейчас посмотрю, сколько стоит. Боже, как неудобно одной рукой такие хрупкие вещи трогать. 1400 рублей. Есть еще прозрачные шкатулки, вот тоже, ну вот эту откидную, такая же откидная, какую я показывала в начале. Есть еще поменьше. Вот это поменьше, стоит 899. Новые керамические подсвечники с металлическим кольцом-удержателем. Смотрите, как красота. Сейчас сюда его поставлю аккуратненько. Перфорация такая, ну, красивенькие. Как выглядят внутри. И есть еще однотонный цвет. Этот, конечно, такой, знаете, на любителя цвет.
Слишком уж он яркий. И вот там такой же. Конечно, однотонная смотрится лучше. Еще вот такой вариант есть. Вообще прикольный. Он один здесь. Единственный. И тут металлическая вставочка специально под свечу. Переносной. Удобно. Цена 699 рублей. Вот на этот. Садовая тема тут тоже присутствует. Посмотрите, какие кашпо металлические. С джутовыми веревками. Стильно смотрится. 699 рублей. Ну, с надписями. Цветы. Сад. А здесь просто сад. Конусовидные такие, длинные, высокие. И вот есть еще побольше вариант. Это вот такой вот. Ну-ка. 899 рублей. Красивая садовая лейка. Посмотрите сам цвет. Она металлическая. Красиво окрашена. Вот так вот выглядит. Носик. Ну и сейчас давайте ужаснемся, а может и приятно удивимся цене. 1699. Нет, ужаснемся немножко. Ну, все равно красиво, на красивые вещи приятно смотреть. Все равно это заряд позитива. И еще один, друзья, вариант, который меня очень насмешил. Посмотрите, какая лейка. Я не знаю, удобно ли мне будет пользоваться, но на носик посмотрите. Вот такая вот штука интересная. Но выглядит интересно. Я не видела такой вот вариант. Смотрите. Так, стоит она 1399 рублей. А вот эта фигурка, которую я снимала в прошлый приход, фамилию. Сейчас такие есть в фикс-прайсе. Ну, естественно, не совсем такие, не такие большие, а маленькие. Ну, лицо такое же. Здесь она стоит 1200 рублей, но она большая, друзья. Она, может быть, и стоит своих денег, конечно. Смотрится эффектно. Но здесь только белые, черных нет. И что еще тут интересное? Тут такой катафей засел из дерева. Он прям легенький-легенький. Расписной такой весь, лакированный. Индонезия, Бали. Это что, прямо оттуда к нам приехала такая красота? Сейчас посмотрю цену. 549 рублей, друзья, стоит такой кот. Есть еще второй вариант, как будто состаренный такой. Шкатулка Будда. Выдвигается ящик, весь в золоте. 699 рублей. Шкатулка тяжелая. Вот эти интересные подсвечники с искусственными свечами. Здорово смотрится. Тоже еще одна классная вещица. Вот вместе с ключницей. Вот этот подсвечник, конечно, мне больше всех понравился. Сколько он стоит? 1500 рублей. Тоже бы такой хотела. Деревянная вот здесь основа, а остальное все металлическое. Здорово. Смотрится классно и хорошо сделано. Друзья, в прошлый раз столиков не было таких. Стеклянный стол, стеклянная поверхность, металлические ножки. Вот здесь можно что-то положить. Два столика здесь таких одинаковых. Вот бы найти на них еще цену. 4000. Я надеюсь, это он. По крайней мере, к нему привязана цена. Подставочка вот эта была. В прошлый раз ее показывала. 3300 стоит под что-нибудь. Так, и вот такой еще столик. Сейчас даже отойду, чтобы вы посмотрели, как он выглядит. Тоже вот здесь металлический каркас. Ну, а здесь что-то такое. Легенькая, совсем легкий какой-то материал. Стоит 3300. Журнальный столик. И вот еще вариант. Прям привезли мебели сюда немножко. Так, а вот этот я уже не знаю.
где его цена, то ищу руками. Наверное, его нужно переворачивать, скорее всего. Ну да, как всегда, друзья. Так, 2200. Вот все. 2200 такой столик. Он полностью деревянный. Посмотрим еще что-нибудь здесь. Ой, ну меня так и тянет таким металлическим. Обожаю вот такие вещи. Здесь колбочка. Можно под какой-нибудь цветочек. Как ваза. Так, стоит такая 549 рублей. Из новенького тут появился кактус. Ваза вот такая. Стоит 799. Декоративная корзинка из натурального материала. Очень тоненькая, легенькая, как пушинка. 219 рублей. Материал, к сожалению, не пишут. Я не могу посмотреть. Еще одна шикарная вещь на мой вкус. Это вот такая музыка ветра. Деревянная. Смотрите, стоит она 699 рублей. Видно, что это ручная работа. Очень прикольно смотрится. И послушайте, как она звенит. То есть, знаете, такой ненавязчивый будет звук. Прям полный релакс. Здесь их две штуки. Классная штука. Так, и вот такая еще есть, но это я немножко не понимаю. Она прям длиннющая, и вот эти блески, они осыпаются. Это что за такая красота? Это тоже вот по типу музыки ветра, 439 рублей. Ну, я не знаю, или это куда-то подвешивать для красоты. Нет, скорее всего, это для красоты куда-то подвешивать. Что-то похожее на Сатурн. Ну, вот это, конечно, мне конкуренция шикарная. Шикардос. Так, полочка подвесная. Можно и подвесить ее куда-нибудь. 899. Корзина декоративная. Можно поставить, но я бы и подвесила даже. Ну, для тех же, я не знаю, можно для каких-то композиций. Можно поставить для каких-то журналов, не знаю, газет. Чего-нибудь еще. Тех же зонтиков в коридоре. Чего-то такого. Ну, а здесь такие штуки для фотографий, для напоминалок над рабочим столом. Тоже полезная вещь. 439 рублей. О, лисичка есть. Лисичка, не знаю, сколько стоит. Так, лисичка, где твоя цена? Вот она. 699. Ну, ты что такая дорогая, лисичка? Так, и вот большая доска для всяких напоминалок тоже есть. Так, стоит 999 рублей. Металлическая, с прищепками. Парочка настольных светильников. Голубой цвет есть и розовый. Вот их можно вытягивать по-разному. Можно прямо шею ставить. Как знаете, такой жирафик. Можно изогнуть, как здесь на картинке. В общем, направлять свет куда вам нужно. Так, и цену сейчас я вам скажу. Стоит 549 рублей. Ну, да, так и называется жирафик. Металлическое декоративное панно. Вот такое. Стоит 219 рублей. Новые декоративные подушки-сидушки. Смотрите, какие варианты есть. Так, вот такой. 329 рублей. Есть светлые. Эти не такие плотные. Вот эти поплотнее будут. Тоже 329. Вот еще какой цвет. Симпатичный. Так, и есть такой светлый. Завязочками. Есть вот такой шикарный коврик для ванной. Люблю такие, знаете,
а-ля деревенские вещи иногда. Ну, смотрите, какая прелесть. Коврик большой, 120 на 180 сантиметров. И стоит 1800 рублей. Ну, еще, друзья, смотрите, пару оригинальных столиков еще здесь есть. Вот такой вот металлический. 3299. Вот этот классный, конечно, металлическая основа. 4500 почти. И вот такой еще. 3300. Магазин, конечно, очень большой. Можно ходить тут очень долго. Покажу еще, что есть шторы. Вот такая, например, штора. Стоит 959 рублей. 140, да, тут размерчик. 140 только вижу. Непонятно, понимаете? Вот здесь есть крепление в наборе, нашторная лента. Насыщенный такой зеленый прям цвет. У меня сильно высветляет. На самом деле он очень богато смотрится. Салатовые различные цвета. Ну, потемнее, чем салатовый, конечно. У меня отвратительная камера это все показывает. Цвета на самом деле хорошие. И есть еще на вот таких креплениях шторы. Здесь хотя бы написано, понимаете? 140 на 260 сантиметров размер. Сейчас сниму, посмотрю цену. 799 рублей. Это я когда буду переезжать этот, то обязательно буду делать себе вот на таких креплениях. Мне кажется, это самое то, что надо. А вот на шторной ленте это просто, вот эти штуки, они все время отваливаются, куда-то падают, ломаются постоянно. Как-то штора тут там отвалится, что-нибудь тут там. В общем, я замучилась, короче. Хочу вот на таких штуках себе. Ну, к ним, соответственно, нужно само вот это вот крепление само купить. Есть еще вот такие. Здесь одно полотно в наборе. Ширина 180, высота 275. Стоит 3300. Ну, такая яркая какая-то, пестрая. Вот вариант расцветки. 3300 тоже стоит. Размер 180 на 275. Вот здесь что-то веселенькое, интересное стоит. Что это такое? Ну-ка, нам интересно. Это в такой, в детскую. Штора готовая. А что сюда входит? Я вижу, что здесь не одна штора. Так, сейчас. Штора, готовая печать. 150 на 260 сантиметров. Набор 2 штуки. А, ну все ясно. Их тут 2 штучки. Ну, как раз в детскую. Останется только тюль купить там или еще что-нибудь. Или некоторые, знаете, смешивают шторы и рулонные вот эти жалюзи делают. Так, ну все, друзья, что-то я тут уже увлеклась, зарылась. Буду заканчивать. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.